На месте снесенного барнаульского разлома на пересечении проспекта Ленина и улицы Партизанской, возможно, появится новое здание. Проект офисного центра появился на сайте архитектурного бюро, проектировавшего предыдущее, снесенное 2 года назад, строение. Напомним, здание на улице Партизанской, 60, начали строить еще в 2006 году, но несколько лет спустя два его владельца поссорились и буквально распилили строение. В 2016-м решением суда дом демонтировали, а земля под ним, согласно данным кадастровой карты, осталась в частной собственности. Автор нового проекта, барнаульский архитектор Михаил Шмидт, подтвердил нашим новостям, что заказчиком снова выступил один из владельцев участка, бизнесмен Алексей Абалымов. Но будет ли проект реализован в таком или любом другом виде, Шмидт сказать пока затрудняется. В администрации Барнаула нам сообщили, что нового разрешения на строительство здания на этом участке власти не выдавали.